Всем привет! Меня зовут Даник. Привет! И сегодня у нас футбольная тема. Мы будем играть в пальчиковый футбол. А для этого что у нас есть? Давай посмотрим. У нас здесь есть несколько наборов. В первом наборе два вида кроссовок, ворота, какие-то человечки и шарики в виде мячей. И мы взяли еще два набора. Почему мы взяли два? Потому что здесь почему-то только один кроссовок с розовым носком и один кроссовок с синим носком. Как ни странно. Еще здесь классные белые ворота и хорошо разукрашенные шарики в виде мячей. Будем играть ими. Да, Даник? Они будут... Я хочу сначала открыть. Давай. Открываем первый набор. Потому что самое главное – это ворота. Сейчас попробуем собрать. Там большие ворота. Один шарик убежал, но они нам и не нужны, да? Нужны. Там есть красивее. Ух ты, а это ведь не просто... Это вратари. Да, это вратари, это не просто человечки. Только их тут как-то невозможно. Сейчас попробуем прицепить. Прицепляем вратарей. Вот как-то так ими играть надо. Что это как-то надо так? Сейчас разберемся. Первые ворота готовы. Сюда вставляется человечек, вратарь. Смотри, Даник, смотри вот так. Держи одного. Я буду бегать. И собираем вторые ворота. Чик. И чик. Вот вторые ворота тоже готовы. Не до конца готовы. Все. Вставляем человечка второго. А! Вы готовы? Я готов. Ставим его сюда на позицию. А вот и ботинки. Тун, 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 тун. Как Майкл Джексон. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И Даник открывает вторую упаковку. Почему что эти нет? Второй комплект, да. А, те тебе кроссовки большие, а эти как? Эти лучше? Тоже большие? Пальцы маленькие. Надо открывать второй комплект, а то у тебя разные носки. Держи. А мне здесь нравится вот такой вот мячик. Как настоящий. Сейчас будем играть в футбол. Ворота в этом комплекте, конечно же, поменьше, чем те, которые мы собрали. И с вратарями поинтереснее будет играть, да, Даник? Да. Давайте мяч нам. Ну-ка, покажи. Как у тебя? Ну как тебе подходит? Подходят эти кроссовки? Да. Один кроссовок и второй. Эти кроссовки поудобнее будут. Начинаем! Я собираюсь выиграть, Даник. Нет, это я собираюсь. Ну давай посмотрим, кто будет победителем. Начинаем! Ой, куда улетел мячик? Аня, вот мама, у тебя есть худс. А, это снаружи надо бить? Сейчас. Да, надо тебе бить в ворота. А футболисты ушли. Да, это еще надо уметь играть. Футболист ушел? Да. Ой, мимо. Теперь это снаружи бьет, да? Да.
Давай. Будь вратарем. Ой. У тебя есть худца. Не худца, отсюда пинать. Теперь я пинаю с угла, да? Прямо с угла. Стой. Так, я разбегаюсь. Почти, ты видел? Ты мне сделала кола. Я тебе сделала штангу, да? У меня есть худс. Ну вот тут. Ты теперь ты снаружи бьешь с угла. Хорошо. А я играю за футболиста. За. Ой! Ой. За вратаря. Теперь ты. Теперь я с угла бью, да? И. Опа! Ой, и мимо. И мимо. Тин-т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 ин. Меня забивают! Да! Мой вратарь отбил мяч! Теперь я забиваю. Нет! Ну да, теперь. Все, теперь надо бежать. Ой! Сам себе забил гол. Давай, кто теперь бьет? Одевай ботинки скорей. Вот место. Вот один трюк. Так что у нас 1-1? Да. Отлично, продолжаем играть? Да. Супер. Теперь опять отсюда? Нет. Нет, просто? Да, просто. Нет. Интересно, может мой на шпагат садится? Футболист. Футболисты иногда садятся на шпагат. Анюта, мама, твой мяч. Теперь я пинаю, да? Ой-ой. Мама, теперь ты работаешь вратарем. Да? Ты вратарь. Вот, я принесла целых два мяча. Какой ты выбираешь? Вперед. Разбеги. Гоу. Ой, ой, мимо. Теперь у тебя. Да, ты еще попробуй в этих кроссовках забей, да, Даник? Да. Целюсь. Нет, я еще сюда. А, я отсюда, с этого угла. Целюсь. Ой. Ну, можно выбегать-то. Можно так выбегать и бум. Ну, я не выбежала случайно. Целюсь и... Ой, и мимо. Теперь у меня есть. Теперь ты забиваешь. Я могу выбегать. Эй! Что? Это было неожиданно. Это что, 1-3 в твою пользу? Да. Ой, ой, мимо. Мой. Держи. Давай. Мячик у меня. Я да-да-да-да-да. У меня получилось, смотри, получилось отбить. Что, опять? Нет. Мяч. Ну, пока что 1-3 в твою пользу. Да? Да. Ой, ты бутс. Оп. Ой, отбил мяч, ты посмотри, а? Оп. Мой мяч. Так, давай, бей с угла. Давай. Ой, и мимо. Ты бьешь отсюда, мама. Мама, я тебе поставил оттуда бить. Откуда? Сюда? И я иду забивать. Гол! Внимание! Опа! Даник левым локтем отбивает мяч. И... Ой, почти гол, почти гол. Все в меле. Внимание. Раз. И мимо. Ты пинаешь отсюда. Теперь мой футболист пинает отсюда. Вперед. Вперед. Ой, штанга. Штанга. Нет.
били. Штанга была? У тебя вот. Откуда я пина? Ну, откуда ты хочешь? Давай, давай, бой. Бой. Второй мячик пошел. А, нет, ты перешел. Да? Один мяч улетел под диван. Так, внимание. И... Ой, и мимо. Ой, ой. Вот тут я пока так побегу. Наоборот. Наоборот одел. Да, чтобы было так можно. Ты близко подошел. Мой футболист. Ну, отсюда можно. Уверен? Ладно. Скла, по-моему, пинать ты должен. Давай. И мимо. Ну что, продолжаем играть? Да. Да. Ой, прикольно ты пинаешь. Что? И мимо. А я так пинать буду. Оп, оп, оп. Оп. Я тебе сделаю шлип. Готов? Да. Ну что, продолжаем играть? Ой. Внимание. Так, почти. И мама практически забивает гол Танику. А Таник забивает гол маме. 1-4. В пользу Таника. Что-то случилось с моими пальцами. Мои пальцы уже зажаты уж и прищемлены. Я себе все отдавила уж. Будем продолжать. Да. Прыгать своими задними. Ты. Да. Своей задней. Ну что, ты готов? Давайте играть в футбол так. У моего футболиста одна нога длиннее, вторая короче. Потому что один палец длиннее, второй короче. Давай. Ну что, играем? Да. Ой, ты потерял ботинок. Это значит фол. Это значит фол? Нет, ты же не упал. Ты пугаешь меня? Ой, надо вторые одеть тоже, смотри-ка. Зачем? Это моя команда. Зачем? Это моя команда. Ну, так, я не могу так играть. Почему? Я не умею так. Так. Хорошо, это будет судья. Ладно, вот. А я буду судьей. Нет, ну подожди, вот так, чтобы ты не путалась пальцами, хорошо? Ладно. А это у нас будет судья. Да? Давай поставим судью тут, с краю. И продолжаем играть. Эй, ты мне почти чуть ли не забил гол. Вот тебе. Вот. Папа, сейчас я тебе забью гол. Ой, нет, нет, нет. Ой, почти. Я и мячик убежал. Бегай. Судья! Наш судья! Давай, судья будет стоять за воротами, и второй тоже за воротами. Два судьи будут прятаться за воротами, да? Судьи наши будут прятаться за воротами, вот тут. Чтобы их не свалить, да? Вот тут. Далеко там? Да. А судья разве на поле так далеко стоит? Я, мама себе отдавила все пальцы. Вот Борис отдыхает. Посмотри на них. Тоже отдавил. Ты не отдавил. У тебя меньше пальцев, чем у меня. Будем играть? Да. Я, наверное, поменяю кроссовки, хорошо? На вот эти. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Тебя не жмут? Нет. Они по-другому давят. Ну что? Продолжаем. У меня замена футболиста произошла. Посмотри. У тебя тоже? Супер. Да, ну за что? Футболисты в что-то одинаковые. Понятно. Продолжаем. Я. 5-1 в пользу Даника.
заканчивать. В этой игре Даник разгромил маму со счетом 1-5 в пользу Даника и поэтому получает приз. Вот этот вот новый мяч. Давай посмотрим, что там внутри. Даник, стой! Какая красота! Ничего себе, сколько там много конфет! Это все мое. Ты со мной не поделишься? Поделюсь. Ух ты, здорово! Спасибо! Это как такой, только большой. Да. Та-дам-да-дам-да-дам. А ну-ка посмотрим, что там за конфетки такие. О, сколько тут всего. Если вам понравилось видео, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока-пока!